Здравоохранение в первую очередь, потому что в первую очередь это здоровье человека. На мой взгляд, в первую очередь в образовании детей, посмотреть в школе там, что происходит. Так как я молодая мама, у меня двое детей, больше бы хотелось благоустроить дворы, потому что очень мало детских площадок. Конечно, их стали делать, но все равно очень много старого фонда, либо в некоторых дворах ее нет. Поэтому возникают трудности с прогулкой детьми. В первую очередь, наверное, конечно, дорогостроение. Образование и развитие каких-то муниципальных больше сфер, так как у меня сын сейчас в садик ходит, то есть больше в садики. Я думаю, здравоохранение. За спортивные, должны быть бесплатные спортивные секции. А туризм именно это, в том числе туризм и для жителей Самарской губернии, в том числе и для туристов.